Привет, все мои дорогие друзья. У меня распаковка. Ну, распаковка не еды, а распаковка препаратов. Короче, я купила себе вот такой вот антицеллюлитный крем. Да. Я его буду наносить. Кто-то у меня ползает по мне. Или волос. Я буду на него наносить, короче, его на места проблемные. Посмотрим. Как он мне поможет, не поможет. Ладно, запах потом потрогаю. Попробуем. Потом вот такой пластырь купила, но это битюхи. Мне надо там на ногу ему наклеить, которая размягчает на топ дыши. Потом я купила себе вот такой вот препарат, который идет очищающий комплекс. Вот алоэ. А вот это вот... А, я еще тенюшки себе такие прикольные, блесточки купила на глаза. Это, знаете, идет паразитарный. Во-во-во-во. Сейчас же модно вот этих паразитов всех почистить организм. Вот завтра утром начну их пить. Ну и купила краску для волос. Все. Это все мои покупки. И вот это вот все стоит 11 900, 12 тысяч почти. Представляете? Это пипец. Цены. Возьмешь. Орешки. А если что-то плохо чувствую? Как будто в носу там что-то далеко. И чихать хочется. Ну, сейчас выпить антигриппин. Ну и все. Ужинать сегодня не буду. Не хочу так. Яблочко, сливку. Скушаю. Орешки. Ну все. А завтра начну пить. Короче, у этого комплекс 5 дней. Вот, пьешь утром 2, 3, 4, 5. Оп, 5 дней. После этого пьешь вот это на ночь по 2 штуки. И все. Вкусные орешки. Ладно. Все, распаковку сделала.